Девиз дружного коллектива детского садика номер 22 «Мы разные, и в этом наше богатство. Мы вместе, в этом наша сила». Воспитатели стараются создать для ребят увлекательную и захватывающую обстановку и привлекают к этому родителей. На днях здесь прошел парад самокатов. К этому параду детишки вместе с родителями готовились с особым усердием. Выбирали образы, шили костюмы и украшали самокаты. Меня зовут Савелий. Я из 6-й группы этого садика. Я очень люблю стройку. Вот у меня такой самокат. Понятно? А что у нас на самокате? Расскажи. Кирпичи, мастерок, цемент. А что написано? Горстрой. Самокат достаточно легкая конструкция. Решили, что это будет некая строительная тачка. А в строительной тачке что у нас может быть? Кирпичи, цемент, мастерок и все остальное. Поэтому все из увлечений сына. Анастасия, скажите, вообще вам нравится, как садик организует мероприятия? Да, вы знаете, удивительно, в этом году очень много интересных мероприятий, причем с привлечением родителей. Очень интересно все проходит, весело. Любимый образ нравится нам все, мультики, животные с божьими коровками. Ну вот нам посчастливилось, нашли такой костюм, украсили самокат тоже с ленточками, с красными. Вообще мы рады, что у нас в садике такие мероприятия очень часто проходят. Спасибо большое администрации и воспитателям нашим. Воспитатель детского сада Мария вместе с дочерью Дашей воссоздали образ из мультика «Сказочный патруль». Захотела быть Аленкой «Сказочного патруля», и мы решили вот придумать такой образ волшебный. Да, покрутись. Как настоящая Аленка. Я выбрала этот костюм, потому что я люблю этот мультик. И я правда люблю пускать пузыри. Мы сегодня были на празднике, мы одели кунгуруми костюм. Я тигруля, очень люблю рыбий жир, колесо умею сделать. А где у тебя рыбий жир? Вот рыбий жир. А тигр это из какого-то мультфильма? Да. А из какого? Винни-Пух. Но на этом праздник не закончился. С восторгом ребята наслаждались зрелищным шоу мыльных пузырей. Радость и восторг, и желание потанцевать, полопать эти мыльные пузыри, вот, наверное, в этом и заключается большое детское счастье. И дай бог этого счастья у наших детей будет как можно больше. Я всем желаю голубого неба, разноцветной радуги, хорошего настроения, замечательных друзей, веселых затей, приключений и исполнения всех желаний. А, молодец, куда ради? Смотрите, финиш у нас все. Возвращаемся, становимся. Кто у нас тут победил? Андрей Пластунов и Ольга Скрябина для программы «Городские вести».